Здравствуйте, друзья! Сегодня по-прежнему 5 апреля. Я надеюсь, не оговорюсь сейчас. И я нахожусь сейчас на рынке Витен. Ну, здесь ничего не изменилось. Все так же. Здесь идет торговля всякими китайскими товарами, хозяйственными. Вот. И сейчас я зайду на сам рынок, ну, посмотрю, что там. Мне, правда, как-то неудобно снимать, потому что, ну, как-то люди не очень так относятся к этому. Ну, вот, допустим, вот смотрим сразу. Орех у нас здесь чекойский, 700 рублей килограмм. Орех чищенный грецкий, тоже 700. Картошка, интересно, почем? Это цена написана? Непонятно. Кто картошкой торгует, непонятно. Это какие-то лапы. Клюква 200 рублей. Горлодер. Рыбка. Ну, да, действительно, слушайте, картошка, 250 рублей ведро. И сколько в ведре это получается? По 35. А? По 35? Да. Ясно. По 35. Вот. А у нас в Анапе по сколько? По 25 рублей картошка. Вот. Ну, мед он везде одинаковый. Спальные мешки. И здесь у нас товары из верблюжьей шерсти, да? И почем носки такие вот? 150 рублей. Всякие чулки, подштанники, перчатки. И много всего. Вот даже с вышивкой есть кабан. Шапочки вон интересные такие, конечно. А сколько шарфики стоят? 800? Любой, да? Или в зависимости от размера? А, 800, да, все? Угу. Симпатично. Если б я не был так беден, я бы, конечно, взял бы. Потому что шарфик действительно очень хороший, теплый. И я так даже ощущаю, что он очень приятен. А в Анапе такого не купишь. Так. Ну, здесь вот стройград, тут строительные разные продаются принадлежности. Ну, вот здесь вот еще куча всяких магазинов есть. Мебель даже и всякие разные. А вот здесь вот сейчас заходим на продуктовые ряды. Ну, что у нас тут? Пельмени 250 рублей. Крылышки 160. Потом будет интересно сравнить. Грудка куриная 260. Икра Сахалин 550. А скумбрия почем? Оля! Не знаете? Скумбрия почем? А там куда не понятно? Ну, нету. А, вот а она. А, скинули. Все ясно. 250. Хорошо. Беженька зашла. Спасибо. А что фотографируешь? Что снимаешь? А я вообще приехал из Анапы и сравниваю цены. И чего, как цены? Ну,
там скумбрия, по-моему, самая дешевая рыба по 120 рублей. Ну, может быть, мороженое? Да? А, вот. Ну, значит, скумбрия. Да. Вообще там рыба очень дорогая. Ну, здесь тоже, в принципе. Есть мерзлая окунёчка. А яйца почем у вас? Яйцо получается килограмм, всякая разная. А. Филореченка и маковейка. Ясно. Наша. Ну, все понятно. У нас филореченка, вот это самая недорогая первая категория маковейка. Да. У нас в Анапе можно взять за 55-60 рублей. Ну, тоже на рынке. А я, знаете, что видела? Видела вот рекламу, спутник у нас рекламирует. Даже третья категория яйца есть, оказывается. Ну, по 49 рублей. Вот. Как бы я не видела здесь ни разу, как бы ее, но есть спутник продают. Ну, они маленькие, да, вообще? Я не видела ни разу такие. То есть я в рекламке видела, что они по 49 были ночью. Вот такая. Грибочки. У нас самые. Не, вот грибов, грибы, я смотрю, у вас очень такие тоже дешевые. Ну, это ангир. Да. Это шевидон, но крошка большая. Да. Причем шампиньоны и белые в одной цене. В одной цене, это у нас прогресс работал с белым. Да, это конечно да. Да. Потому что я знаю, белые они, ну, как-то так ценятся очень. Спасибо. А пельмешки у нас самые вкусные. Наш местный чеченский производитель. Сейчас пост, и нельзя есть пельмешки. А вареники с картошкой. А, ну это да. Если вареники с картошкой, с грибами и с порохом. Котлетки. А, ну котлеты лососевые, это рыба-то тоже же не ест, да? Да, сейчас пока нельзя. Вот можно рыбу, знаете, когда? В Благовещение, 7 числа. Ну ладно, спасибо. Ну приходите за лососевые. Хорошо. Очень хорошие продавцы. Так, и у нас мясо. Шейка свиная на 389, окорок 314. Так, а говядина где? А где говядина? Ножки. Цыпленок. А, тоже свиная. А где же говядина? Ну вот рыба. Тоже скумбрия 250, как и там. Ленок, мойва, сорога. Навага. Ну вот помидоры. Зелень. Ну тут цен нету. А огурцы в какую цену у вас? Огурцы 300 рублей. 300? А помидоры вот эти вот? 300. Тоже 300? В одну, да. Так, ну тут у нас вишни есть. Ну, выбор, конечно, большой. Грецкий орех 700. Цельный орех, что-то не написано сколько. Курага. А вот кешью, конечно, дорого. Кешью 900 рублей. Вьетнам. Это позы, видимо, да, или бузы 320. Ребра копченые. А сравнить, я из Анапы приехал. Вот. И мясо не могу найти, говядину, где продают, чтобы посмотреть. Да? Да. Ну, это сейчас все нельзя, пока пост идет. Но выглядит все очень красиво. Картофель тут 30 рублей. Ну, тут уже меньше. Капуста 40. Апельсин 150. Лимон одна штука 35. Лук, 4 килограмма, 110.
Здравствуйте. Ну, тут у нас все это печеное, конфеты, это все неинтересно, это везде есть. Здравствуйте. Редиска. Ну, вроде бы никто в меня помидором гнилым не кинул. Ну, все. И мясо предлагают посмотреть. Сейчас мясо в другом павильоне. Тут ключи делают и смотрит человек. Так. Там какое-то строительство, кран. Соленья. Вот, говядина, 300 рублей, да. Здравствуйте. Сейчас пока пост, не можем мы мясо есть. У вас всегда, да, говядина в такую цену? Ну, сейчас самый дорогой. Я, дело в том, что из Анапы приехал. Ну, жил-то здесь, сейчас в Анапе. У нас говядина там под 400. А, да? У нас самая минимальная цена 260, мы продаем. 260? А самая дорогая, да. У нас 400. А баранина почем? 250. Угу. 250, да. Почем баранина? 250. У нас один предприниматель здесь, вот, ну, я сейчас с ним разговаривал. Он хочет в Анапе открыть не мясное дело, а бузную или бузную. Вот, ну, да. Передай себе, да. Я вам фотокупки отдала. Да. А цены? Я приехал с Анапы. Ну, жил. У вас там уже дорого поднимает. Под 400 рублей мясо, говядина. Да. А свинина стоила где-то 250. Вот. А сейчас тоже где-то до 300 поднялась с Нового года. А мясо почем стоит? В Анапе? Ну, я не знаю, я особо так это... Я говорю, говядину там не берем, потому что там где-то... Ну, рублей 400 стоит. Ну там говядина, у нас нет. Воду подъемы, пятное мясо. Ну, понятно, а там нету выпасов. Поэтому. А вы это мясо берете, наверное. А, свинину берем в основном. Ну, спасибо за информацию. Ну вот. Так, ну все, друзья, это был рынок Витен, Чита, 5 апреля 2019 года, и вот самое дорогое мясо вот в это время по 250 рублей 300. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всего вам доброго, до следующих встреч.